Плюс 3 миллиарда рублей городскому бюджету из федерального. Дополнительные деньги пойдут на реализацию госпрограмм. Так, львиная часть, 1,5 миллиарда, выделена на содержание и ремонт дорог Нижнего Новгорода. 624 миллиона рублей по решению депутатов пойдут на формирование комфортной городской среды. Займутся в столице Приволжья и экологическими вопросами, Шуваловской свалкой и берегоукреплением. Конечно, не останутся без внимания и маленькие нижегородцы. В этом году у нас будет очень много объектов. Это 13 детских садов мы планируем внести, поэтому губернатор буквально последние несколько дней поддержал нас для того, чтобы ускорить организацию всех уже конкурсных процедур, чтобы выбрать подрядчика, который начнет строить детский сад на Гагарина. У нас также 9 детских ясельных пристроек, которые будут также построены в этом году уже на территории существующих детских садов. На заседании Думы Нижнего Новгорода депутаты не только утвердили изменения в бюджет, но и приняли отставку 3 коллег – Ивана Корнилина, Валерия Гельжениса и Сергея Каргина. Последний вновь не явился на заседание. Гордума утвердила досрочное прекращение полномочий. Валерий Гельженис заявил, что покидает Думу в связи с личными обстоятельствами, а Иван Корнилин решил покинуть ряды депутатов из-за проблем со здоровьем.